Алматинский зоопарк – один из старейших в Казахстане. Ему больше 80 лет. Здесь почти 3000 зверей и птиц. И у каждого обитателя зоопарка своя удивительная история. Об одной из них мы рассказали в нашей программе. Началась эта история в Кустанайской области. Молодой пеликан не смог улететь на юг вместе со своей стаей. Птица наверняка погибла бы от голода и мороза, но, к счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Пеликана, а это краснокнижная птица, привезли в Алматы в зоопарк. Это молодая птица, поздняя кладка. То есть птенец встал на крыло, но крылья не окрепли. В общем-то, это уже третий птенец, который именно вот так попадает в зоопарк. Одного у нас, он посреди Талгара приземлился, второй вот в Астане приземлился, то же самое. И главное, это посреди города они приземляются, потому что крылья еще не открылись. Спасенному пеликану дали прозвище – Халиф. Мы не видели его почти год. Мы хотим посмотреть, как чувствует себя питомец Халиф, как он на новом месте освоился. Вот скажите, когда мы его привезли, он совершенно ничего не весил. Сколько он весит сейчас? 8-10 килограмм, не меньше. Куча его приняли в стаю? Конечно, приняли, во-первых. А во-вторых, он оказался как вожак. То есть он там старался всех построить, несмотря на то, что он самый младший. Парень с характером. С характером. Подрастет и будет вожаком стаи. А он уже и сейчас. То есть он старается, если, допустим, подходят к еде, он первый или стоит, сидит, старается повыше сесть, смотрит. Потом он подошел, съел, ушел. То есть остальные тоже на него посматривают. Спасибо, вы прямо подняли настроение нашей съемочной группы, которая следит за судьбой Халифа. Но сейчас идет дождь, и мы подойдем поближе, постараемся пообщаться с нашим пеликаном. Халиф. Алматинский зоопарк – одно из посещаемых мест в городе. Особенно много детей. Где еще ребенок сможет увидеть добродушного жирафа, обитателя африканских саванн или неторопливых черепах, родина которых – знойные пустыни Азии? А кто из детей пройдет мимо забавных мартышек? А вот эти удивительно обаятельные маленькие существа родом из Африки. Самые любимые ребятней животные – цурикаты. Подвижные, эмоциональные, глазастенькие. Посмотрите, какие красавчики. Наверное, их любят после мультиков «Мадагаскар» и «Король лев». Мне кажется, они 24 часа в поиске пищи, развлечений, новых эмоций. Цурикаты – ближайшие родственники мангустов. Они хищники. Живут в суровых условиях Калахари. В рационе скорпионы, ядовитые змеи, яд которых убивает человека наповал. Но по отношению к людям сурикаты доброжелательны и безобидны. В зоопарке дети познают мир живой природы во всем его многообразии. Тут и местные виды зверей и птиц, и экзотические. В век гаджетов это особенно важно. Так считают алматинские фотохудожники Наталья Саворская и Максим Золотухин, которые в первый раз привели в зоопарк
свою дочурку. Конечно, для детей нужное дело зоопарк. Взрослые не всегда воспринимают, конечно. Ну как? Ну, не очень приятно подчас, думаешь, животные в неволе. И, наверное, это больше детям надо, чем взрослым. Но, тем не менее, это нужно. Вы знаете, это созвучно моим мыслям, я думаю, примерно так. Но многие люди говорят, нет, вообще, животных выпустить, зоопарки закрыть, правильно ли это? Ну, отчасти, да, в этом есть какая-то логика, наверное. Все-таки в живой природе животные, это, ну, органично и правильно. Но мы люди, и мы как-то должны с ними жить. Как-то сообща, вот, всю жизнь животные существуют, и домашние, и собаки, и кошки. Понятно, что дикие должны жить в дикой природе, но зоопарки нужны, я еще раз повторюсь, больше детям, подросткам. Но здесь же нет, зоопарки же это не только еще увеселительные заведения, да, это же и научные заведения, то есть где животных селекционируют, разводят, там, сохраняют. И в дикой природе подчас это уже невозможно, то есть есть животные, которые остались только в зоопарках. И ну благодаря да. зоопаркам они продолжают существовать. Вот обитатель тропических лесов Южной Америки Тайра. Из рода куньев. Прекрасный охотник, непоседливый подвижный зверек. Тайра великолепно лазает по деревьям, может пробегать большие расстояния в поисках добычи. У нее острое чутье. Зверек может поймать и белку, и зайца, и птицу. В алматинский зоопарк пара этих экзотических животных прибыла из России. В этом году у них появилось потомство – 3 детеныша. Наблюдает за ними Александр Гурнев, заведующий экзотариумом. Человек, преданный своей профессии, настоящий знаток природы. В зоопарк он пришел еще юным натуралистом в школьные годы. «Малышей лучше не беспокоить», – говорит Александр. «Тайре это не понравится». Она самоотверженно оберегает детенышей от любых опасностей. Этой зимой мы наблюдали за забавной парой австралийских новоселов кенгуру. Даже переживали, как же они перенесут первую зимовку на новом месте. Но зверям было не холодно. В обновленном, отремонтированном вольере вовсю топили батареи. Самец Марат и застенчивая самка Лара с аппетитом уплетали капусту, кукурузу, морковку, люцерну. Словом, вполне освоились в зоопарке. Недавно у Лары родился малыш. Вот посмотрите, как кенгуренок сидит в сумке. Вон голова какая. 5 месяцев он будет находиться у мамы. Тепло, молоко рядом, мама рядом. Что еще нужно? Беременна кенгуру лишь 40 дней. Зато еще полгода носят родившегося малыша в сумке на животе. Самостоятельным кенгуренок станет после 18 месяцев. Но даже в подростковом возрасте мама будет опекать малыша. Кенгуру – животные особенные. Самка может родить и в течение полугода забеременеть вновь. Но пока этот малыш не станет самостоятельным, мама может приостановить внутриутробное развитие плода. Как только первенец окрепнет, она возобновит развитие будущего кенгуренка. Это уникальная способность животного. В алматинском зоопарке много молодняка. Родились 2 камерунские козочки, тапир, 4 птенца филина, дикобразы, эму, 3 лемура катта и японский макак. А также птенец грифа кумай и молодая косуля. Вот и у кошачьих лемуров, что живут в доме приматов, прибавление в семье. Этот вид лемура в дикой природе находится на грани исчезновения. В неволе почти не размножается. Поэтому появление потомства у лемурии пары в зоопарке – удивительный факт. У кошачьих лемуров пополнение.
У Азы родилась двойня. Посмотрите, как она ее прячет, укутывая хвостом. Но интересно, что у этих животных в воспитание детей принимают все члены семьи. А в нормальной лемурьей семье две самки и один самец. Когда мама устает, вторая самка берет на себя заботу о малышах. А папа даже катает этих малышей у себя на спине. Папу зовут Кун, а маму – Аза. Пара прибыла из Франции. Заведующая секцией приматов Шолпан Абдибекова назвала одного детеныша Джулиан. Маленький лемур родился очень слабым и не мог самостоятельно питаться. У мамы оказалось мало молока. С каждым днем малыш терял в весе, поэтому его забрали от матери. Шолпан кормит лемуренка каждые 2 часа. Джулиан настолько привык к своей приемной матери, что стал совсем ручным. Малыш чувствует себя хорошо, растет подвижным, игривым, мурлычет, как котенок, а главное, он набрал недостающий вес – почти 20 граммов. Как только он начнет самостоятельно есть твердую пищу, его вернут в вольер к маме. Еще одно уникальное животное, которое недавно появилось в алматинском зоопарке – тапир. Относится к отряду непарнокопытных. Чем-то тапир похож на свинью, но отличия все-таки есть. Это довольно статное животное, которое обладает крепкими ногами, коротким хвостом и стройной шеей. В алматинском зоопарке получили первый приплод тапиров. Поросенок весь в полосках и пятнах. Такой окрас защищает его в дикой природе. Через полгода полоски исчезнут, и он станет похож на своих родителей. Тапиры неуклюжие, но очень доверчивые. Их легко приручить. Очень доброжелательный. Я бы даже сказал, великолепный у него аппетит, да, у этого тапира. И в Южной Америке это, наверное, основной корм для всех охотников, рыбаков местного населения, потому что это... По сути, такой хороший поросенок. У такого мирного и доброго животного в дикой природе очень много врагов. На равнинах за ними охотятся тигры, ягуары, анаконды и медведи. В водной среде их поджидают крокодилы. Самый главный враг, конечно, человек, который ведет на них охоту и вырубает леса, места обитания животных. Численность тапиров сокращается, поэтому они попали в Красную книгу. Верхняя губа тапира имеет вид хобота. Может, по этой причине существует мнение, что эти экзотические животные – родственники мамонтов. С помощью хобота тапир срывает листья, собирает плоды. Самое большое лакомство для тапира – соль. В неволе животных кормят фруктами, травой, овощами и необходимыми для них сухими кормами. Видишь, какой нос? Удивительный. Он прямо как пятая рука у него. А зубы ничего себе, клычище. Хочет, у него аж слюнки текут. Надо, видимо, дать ему кусочек этого яблока. Ну ладно, на, ешь. Программа обмена животными между зоопарками мира помогает алма-атинскому зоопарку создать собственную коллекцию зверей и птиц, представляющих огромную научную ценность. Раньше большая часть животного фонда находилась на выбраковке. Причина – в преклонном возрасте животных. В неконтролируемом размножении, которое приводило к появлению слабых болезненных особей. Отсюда и высокая смертность и потеря имиджа учреждения. Сегодня алма-атинский зоопарк активно восстанавливает связи с зоопарками стран СНГ и дальнего зарубежья. Проводит работу по сохранению генофонда животных и постоянно расширяет свою коллекцию. В прошлом году приплод составил 579 особей. В их числе африканский жираф, индийские дикобразы, голубой гну, сайгаки, зебры, пони и многие-многие другие.
Еще 46 особей редких животных приобретено либо получено по обмену от других зоопарков. Этот крохотный черный пони родился всего лишь 10 дней назад. Питается пока только молоком матери. Не ест даже вкусную свежую люцерну. Рождаемость – основной показатель того, насколько комфортно животным в зоопарке. Рядом с вольером черного пони еще одна счастливая семья непарнокопытных – зебры. Нам так приятно, когда малыши рождаются в зоопарке. Это говорит о том, что все хорошо у родителей и с кормом, и с климатом, и с уходом. Часто рождаются и пони, и зебры. Этот малыш вот недавно, буквально 19-го, родился 19 числа июля. И сразу же стал, как бы, через какое-то время на ноги, начал искать сосок матери. В общем, с ним проблем у нас не было. А вот зебра. Зебра – это же ослик, по сути, из Южной Америки, издалека. Зебра с Африки. Какая-то есть вот специфическая проблема с кормом? Зебренок чем питается? И его родители чем питаются? Ну, в первое время зебренок при рождении, он, конечно, питается только молоком матери, у него лактационный период идет. А потом уже со временем начинает потихоньку уже приучаться к нашим кормам. Ну, а рацион составляет это сено люцерна, сено разнотравья. У матери это как бы ячмень, овес, помимо этого морковь, ну, сочная корма там морковь там. И у пони то же самое? Ну, у пони практически тоже мы тоже так же даем корм меха. Гордость алматинского зоопарка – сайгаки. Когда-то в степях Казахстана водились миллионные стада степных антилоп. В конце прошлого века из-за хищнической охоты сайгаки оказались на грани вымирания. Несколько лет назад пара этих парнокопытных появилась в алматинском зоопарке. А в этом году у них родились сайгачата. Уникальный случай. В алматинском зоопарке родились два сайгачонка. Ни в одном зоопарке мира вообще нет сайгаков. А чтобы они еще размножались в неволе, ну, это просто редчайшая ситуация. Я стараюсь близко не подходить, потому что это крайне осторожные животные. И даже вольер у них в тихом месте зоопарка. Содержать сайгаков в неволе очень трудно. Связано это с их чрезмерной пугливостью. В порыве страха животные срываются с места с большой скоростью и бьются о стенки вольера. Это приводит к травматизму и даже гибели. В зоопарках сайгаки часто погибают из-за желудочно-кишечных болезней и инфекций. Молодые особи редко доживают до года. Сайгаки – крайне осторожное животное, пугливое животное. Очень сложно приручить человеку его. И были десятки случаев, когда отлавливали сайгачат, помещали в огромный вольер, и они разбивались о стенки вольера, несмотря на то, что даже камышом выкладывали эти стенки. А тут родились малыши. Малышей вырастить в неволе очень и очень сложно. Вот он, мама ушла, а детки давно далеко. Кель. Для новорожденных питомцев разработали специальный рацион, учитывающий все возрастные особенности развития этих парнокопытных. Молодняк подкармливают разведенным парным молоком, в которое добавляют растертый куриный желток, комплекс минеральных и витаминных добавок. Переход к растительной пище совершается постепенно, в течение 3 месяцев. Сайгачата, рожденные в неволе, не испытывают большого страха перед человеком и меньше подвержены стрессам. Крохотные сайгачата чувствуют себя великолепно. Это задорные, здоровые животные, аппетит прекрасный, но слушают во всем свою маму. И если мама еще подходит и берет несколько листочков из свежего веника, то они нет. Очень сильно развиты осторожность и инстинкт самосохранения у этой древнейшей антилопы.
То, что мы увидели здесь, нас просто поразило. Маленькие сайгачата. Сайгачата в неволе. Вот скажите, как вам это удалось? У нас даже есть такой опыт с коллегами. Мы разговаривали с московским зоопарком. Они, получается, в 2010 году получали себе 25 сайгаков. И до 2014 года они не то что развили, они потеряли даже это поголовье. Поэтому это уникальное животное. Я считаю, что мы должны гордиться, потому что у нас они не только здесь находятся, они у нас и разводятся. В этом году, в 2019, мы получили уже приплод 2 маленьких сайгака. Зачем нужны зоопарки? Я думаю, что зоопарки нужны, потому что, во-первых, идет сохранение редких видов, это тоже немаловажно. Потом, если даже, допустим, детей сюда приводят, где можно в дикой природе увидеть там, того же сайгака, да, опять же, их можно увидеть так и ребенку объяснить. Алматинский зоопарк выходит на новый уровень. Коллеги из зоопарков по всему миру обмениваются животными, но слабому зоопарку хороших питомцев не дадут. Нужно соответствовать жестким международным нормам. В Алматы сегодня создаются все условия, чтобы зоопарк стал лучшим в Центральной Азии. Мы сейчас прошли по зоопарку, увидели много интересного. Хорошие вольеры, мы увидели много малышей, что особенно радует. Какие планы сейчас у алматинского зоопарка в ближайшее время? Что вы планируете сделать? У нас даже в данный момент идет строительство вольеров для снежных барсов, для медведей также идет у нас, получается, строительство, и для волков. Волков мы уже получили, у нас стайка сидит на карантине, получается, волчат, которых мы готовы будем переселить. То есть очень будет интересно, почему? Потому что эти вольеры сделаны уже по всем международным стандартам. Проект масштабной реконструкции зоопарка разработало архитектурное бюро Питера Расбаха. На его счету проекты зоопарков в Дюссельдорфе, Берлине, Тегеране, Дубае и Турине. Этот проект предусматривает перестройку 90% зоопарка по принципу географического зонирования. А раньше животных селили по признаку вида. Медведи отдельно, приматы отдельно. Современные зоопарки сейчас переходят на континентальную систему. В одной зоне будут находиться животные африканского континента, в другой – все животные Азии, в третьей – Южной Америки. Будут созданы новые удобные и безопасные вольеры. Серьезное внимание в новой концепции уделено строительству зимних павильонов. Я думаю, осенью мы уже закончим с этими вольерами, то есть осенью мы планируем туда перевести волчат. И у нас есть одно не очень хорошее место, это остатки, наверное, советского времени, это где у нас сидят наши ямалайские медведи. Мы их тоже переведем, получается, вот в этот новый вольер. Ну, то есть там как не вольер, там получается такой ров, да, очень красивый. А по снежному барсу пока вопрос стоит, мы достроим этот вольер. У нас есть также куратор мистер Мац, он приедет, посмотрит. Если мы будем как бы выдерживать все нормы европейские, после этого нам дадут право получить барса в наш прекрасный вольер. Реконструкция зоопарка проводится с привлечением частных инвесторов. Например, меценаты провели реконструкцию летней экспозиции носорогов. Для представителей африканской фауны были построены навесы для создания теневой зоны. Установлены древесные стволы, чтобы было обо что почесаться. И вместо старых металлических заборов обустроен защитный ров. Вы стремитесь к тому, чтобы животные не чувствовали себя в тюрьме, а чувствовали максимально приближенными к природе? Совершенно верно, да. Мы, во-первых, делаем уютные вольеры, новые уже, которые, они большие. И там внутри, если посмотреть, там действительно как в природе. Но потом мы не должны забывать, что на 90% зверей, которых мы получаем в зоопарке, вообще у зоопарков же существует метод обмена. То есть животные, которые мы с вами получаем, они не с воли. Они изначально рождены уже, получается, в других зоопарках. Если взять нашего белого медведя, самого знаменитого алькора, то он, получается, родился в 89 году в Калининграде, к нам прибыл в 90 году. Он у нас считается долгожителем, потому что вообще они живут порядка 25 лет, ну, до 25 лет. А он живет у нас уже 29 лет, и в этом году будем праздновать его 30-летие. Если это перевести в человеческие мерки, грубо говоря, ему уже под 100 лет будет. Он в мире из 272 особей
занимает 12 место у нас по долгожителям. Ежегодно из природы безвозвратно исчезают десятки видов животных, и реально сохранить их возможно лишь под охраной человека. Есть примеры, когда животных из зоопарка выпускают в исконные места обитания. Так произошло в национальном парке Алтын-Эмель, куда завезли лошадей Пржевальского из зоопарка в Германии. И лошади дали приплод. Смелый эксперимент продолжается до сих пор. Зоопарки и заповедники взяли на себя миссию по возрождению этого вида дикой лошади. Интересно, что даже находясь в неволе, лошади Пржевальского не утратили свои привычки и дикий нрав. Это сильные и выносливые особи, выходящие часто победителями в схватках с домашними жеребцами. Здесь мы встретили наших старых знакомых, лошадей Пржевальского. Буквально в прошлом году мы снимали их в национальном парке Алтын-Эмель. Но, судя по всему, лошадки выглядят неплохо, и им здесь очень комфортно. На. Оставим им лакомство, не будем беспокоить. У клетки амурского тигра всегда много посетителей. Крупнейшая кошка на планете сейчас находится на грани вымирания, и поэтому занесена в Международную Красную книгу. Тигры живут в неволе до 18 лет. К вниманию людей хищник уже привык. Большую часть времени он гордо и равнодушно взирает на них со своего пьедестала. На пруду старого парка кипит жизнь. Гуси, лебеди, утки, добрый десяток видов, как торговки на базаре. Голдят, спорят, за кормом ныряют, снуют туда-сюда. Лишь грациозные лебеди спокойно и неторопливо рассекают водную гладь. Рядом с собой они не терпят других птиц. Разве что пеликанам дозволено плавать на их участке. Пеликаны живут колониями, а лебеди в сезон размножения парами и очень территориальные. Большую территорию для размножения нужно. И они с конкуренцией не терпят. А лебеди болезненно реагируют, если еще одна пара лебедей будет на том же водоеме? Да, очень болезненно. У нас вот эта пара лебедей отсажена, потому что, во-первых, они не давали остальным лебедям на том пруду житья. Во-первых. А во-вторых, они просто, кто заходил на пруд на свою территорию, они людей били. То есть они не пускали никого. Но здесь они чуть-чуть поспокойнее. Ну, а пеликанов они не считают за конкурентов. Посетители зоопарка любят фотографировать фламинго. Их в алматинском зоопарке небольшая стайка. Фламинго имеет свой необыкновенный розовый окрас благодаря корму. Это крошечные рачки артемии сальвы. Ни морковка, ни что-то другое оранжевое, а именно артемия дает неповторимый цвет этим птицам. Красивая, изящная. Зоотехник Елена Потапенко рассказала, что впервые за всю историю алматинского зоопарка две самки фламинго стали мамами. Но яйца, снесенные птицами, пришлось высиживать искусственным путем, в инкубаторе. Птенцы благополучно вылупились и через неделю встали на ножки. Современные зоопарки – это искусственная среда обитания, максимально приближенная к природной. Они предназначены не столько для демонстрации животных, сколько для сохранения редких представителей фауны, создания комфортных условий их жизни. И нередко для возвращения исчезнувшего вида в дикую природу. Поэтому без зоопарков люди пока обойтись не могут. А для юного поколения прогулка по зоопарку – это всплеск эмоций, радость знакомства с природой, это познание нового мира.